Пиздец. Трутся в проруби, где проходит таинство крещения, не меньше, чем желающих принять православие. То, что на улице температура около минус 15, людей не останавливает, потому что температура воды на несколько градусов выше нуля. Андрей Иванов, Сергей Соловьев, Вести Урал. Еще раз. Еще раз? Да, давай. Верни. Ты гонишь, что ли? Ну давай. Желающих окунуться в проруби, где проходит таинство крещения, не меньше, чем желающих принять православие. Желающих окунуться в проруби, где проходит таинство крещения, не меньше, чем желающих. Ты первый записал? Половину. Желающих окунуться в проруби, где проходит таинство крещения, не меньше, чем желающих принять православие. То, что на улице температура около минус 15, люди не останавливают. Температура воды на несколько градусов выше нуля. Андрей Иванов, Сергей Соловьев, Вести Урал, блядь!